Эко-скамейки из переработанного мусора установили в Горячем Ключе. Курорт стал первым городом в регионе, где в процессе благоустройства использованы малые архитектурные формы из пластикового мусора. Первые элементы экологически чистого благоустройства появились на центральной площади Горячего Ключа. Совместно с компанией «Умная среда» город начал реализацию масштабного проекта по замене традиционных уличных скамеек. Я уверен, что это первый шаг в будущее. Именно вот экологические правильные вещи, которые в дальнейшем будут утилизироваться и из него изготавливаться вот такие вот прекрасные элементы. Эколавочки сделаны из вторсырья, смешанного с речным песком. Эта масса плавится особым образом для получения полимер-песчаного композита. Продукция из этого материала не горит, не гниет, не нуждается в ежегодной покраске и является антивандальной. Вес одной скамейки достигает 160 килограмм. На изготовление одной лавочки двухметровой уходит 80 килограмм пластика. Вот чтобы вы понимали, я всем пытаюсь донести это. Куб прессованной пленки. Но если эту пленку раскидать, это, допустим, двухкомнатная квартира в 50 квадратов по пояс мусора. Эта куча мусора уходит на всего лишь на одну лавку. Сегодня на центральной площади курорта установлены две скамейки, урны и кашпо из переработанного пластика. Начиная с малого, в перспективе власти Горячего Ключа планируют уделить теме экоблагоустройства максимум внимания. Знаменитая аллея «Тысячи сосен» также со временем может быть украшена лавочками из вторсырья. Вместе с тем город готовится к установке первых контейнеров для раздельного сбора мусора, а также к замене старых баков для мусора евроконтейнерами.